На днях на Урале произошло землетрясение. Волна толчков земной коры магнитудой до 5,5 баллов дважды за сутки прокатилась от Уфы до Челябинска. В результате стихийного бедствия пострадала только недвижимость. Экстренные службы не были готовы к природному явлению и не проинформировали людей о надвигающейся угрозе. В свое оправдание спецслужбы Свердловской области приводят в пример японских сейсмологов, которые, несмотря на то, что Японию постоянно трясет, также не в состоянии предсказать время следующего землетрясения. В результате происшествия МЧС Урала может гордиться тем, что оно работает не хуже своих японских коллег. Ученые пока не могут назвать точные причины происшествия. Выдвинуты несколько основных версий. Секретные испытания военных, взрывы в карьерах или элементарно природная катастрофа. Вспоминая падение метеорита на Челябинск в 2013 году, мне на ум приходят также другие возможные причины случившегося. Вторжение инопланетян. Землей точно что-то есть, оно движется. Или даже конец света. А когда все уляжется, наступит новый ледниковый период. Уж как-то часто в Челябинске происходят необычные катастрофы. Несмотря на отсутствие понимания точных причин природного катаклизма, МЧС заверяет, что больше он не повторится. Ведь, как известно, молния дважды в одно место не ударит, а землетрясение трижды в одном районе не произойдет. Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором». Спасибо за внимание. Пока.